Всем привет, ребята, что я нашла? Всем привет, смотрите. Вау, да? Смотрите, какие размеры. Кто это у нас такой? Вот этот тот свежачок. Его подцепим ножиком. Освободим. А это Цезарь, представляете? Вот это размерчики. А нога какая! Я таких ног еще не видела. Вот. Вот это да, смотрите. Вот это да. Размеры. Ножища толстенная. Ух, увесистый. Ну, наверняка здесь твои рядом братья и сестры грибочек. Раз ты тут такой большой, наверняка не один. Ну что, может еще сегодня нам повезет? Хоть немножко Цезарей собрать. Надо тут оглядеться. Ну точно, огляделась. Смотрите, еще парочка. Помоложе. И ура! Вот это находки так неожиданные сегодня. Казалось бы, да, Цезарь, по идее, уже все отошел. Отошел, да не отошел. Еще попадается. Вот этот грибочек в этом году нас радует. Ух, какой прям хороший. Прям классный. Ура! Наверняка, может, еще что-то здесь есть рядом. Сейчас еще посмотрю. А вот и продолжение семейки. Смотрите, какой в ежевике размерчик вылупился. Но это же еще не все. Смотрите, здесь свежачок, яйцо. И здесь. О, размерчики. Размерчики прям класс, то, что надо. Ух ты. Тоже нога здесь массивная какая. Смотрите. Вот это класс. Ха-ха, вот это подарок сегодня мне в лесу лесовичок приготовил. Ну, спасибо тебе, лесовичок. Давно Кристинка не приезжала. И вот он решил напоследок Кристинку порадовать. Вот такие подарки я люблю. Так, ну, и эта парочка. Моложавое яичко. Красивенькое. Ставим его в оболочке. И этот козырный такой размерчик. Тоже нога прям массивная, шикарная. О, прям шикарен. Чистый-чистый. Даже отрезать не хочется. Представляете, гляньте. Тарелка, блюдце. Свежачок чистый, видите, какой прям, видно, что чистенький, прям хороший. А это что, смотрите, ребята, да, по-моему, старикан уже. Так, тут он не один, их тут три. Вот это да, и они такие, о, нет, крепкие, слушайте, вот один испортился, вот еще в кустах, еще один, нет, не один. Вот еще. А, четыре получается, да. Вот еще четвертый. О, полянка. Они как бы плотненькие. Надо смотреть. Ну, червивые, скорее всего. Надо обсматривать. Староватые, конечно, уже экземпляры. Поздновато я на них напала. Ну да. С червячками уже. Эти уже вообще с плесенью все. Нет, такие придется мне развесить, оставить здесь. Вот такая вот еще сегодня находочка во враге.
краснокнижник, ежовик коралловидный. Красота. У нас какие-то экземпляры сегодня. Все крупные. Этот вообще загорел. Ну так, по качеству ничего. Более-менее относительно хороший. Чистенький. Только этот положила, смотрите, рядышком еще два императора нашла. Не знаю, как они по качеству. Сейчас мы их проверим, конечно. Такие уже темноватые. Ну, огромные, большие прям. Ох, этот, наверное, все уже не жилец. Хотя, кто его знает, чистый. Этот чистенький. Но староватая губка уже все. Так, а этот чистые. Ну, возьму. Конечно, возьму. А здесь случайно в траве увидела вот это вот рыжее солнышко. Подошла, смотрите. Ну, вот тут, если он плохой, то два рядышком помидорчиков. Абсолютно свежих, хороших. Режем, посмотрим. Хорошие. И один, и второй. Думаю, будут хорошими. И так вот. Неплохо. Все-таки замечательная привычка ходить в лес рано утром перед работой. Потому что смотрите, какие попадаются классные большие грибочки, которые никто не нашел. Да он тут вроде не один, по-моему. Точно, смотрите. Точно, не один. Один срезаю, а второй остается. Конечно, мы его тоже заберем с собой. Ножку нам тоже нужно взять. Мы ее тоже берем. Белое очищаем, остальное забираем. Пойдем. Ну вот. Эти прям свеженькие. Ничего прям. Такие заросли темные. И вот оно солнышко, которое светится тут из кустов. Жирненький, хорошенький яичный грибочек. Знаете, потихонечку на моей корзинке уже прибывает. Хотя время 6 утра только. Ну это прекрасно. Когда вот так утром зашел, набрал и вышел. Я прям так очень люблю. Встретила Вику, вот ее улов. Да. Ну тоже, да, яйца у тебя, да, попадались. Эти большие. Неплохие. Большие. Даже вот есть не раскрытые. Уже почти раскрытые. Молодец. У меня у вот так что? Вот. Ух ты, какие у тебя классные, большие. Ну это вот три императорских, Селенькие. Остальные там под низом дубовички. Ух ты, классные. Ну и по традиции на моем заветном местечке, как всегда, парочка цезарей. Всегда радует это местечко. Запомнила его. Всегда знаю, что здесь есть грибочек. Но грибница такая хитрая, конечно, она все равно любит перемещаться. Поэтому не всегда стоит рассчитывать на свои грибницы. Редко такое бывает, что постоянно стреляла. Но вот в этом местечке, наверное, уже я 10-й раз нахожу. Как минимум. Свежачок. Ой, представляете, еще кизил висит. Конечно, он уже подсох.
Но густой такой, прям даже не осыпался уже сколько времени стоит. Вот сейчас, конечно, он прям набрался. Сейчас он вкусный. Но все равно терпкий. И много прям так осталось. Прям хоть бери и рви. Ну вот, наверное, и все. Время 7:30, и пора собираться на работу. Так как сегодня будний день, и впереди еще очень много работы у меня. Прогулялась очень, в принципе, неплохо. Напомню, что сейчас 20 числа августа, лето на исходе. И мы собираем последние огоньки, красные огоньки нашего уходящего лета. И готовимся потихонечку уже к более темным оттенкам наших грибов, от таких как опята и так далее, и так далее. То есть готовимся потихонечку к наступающему грибному сезону осеннему. Ну а на сегодня, в принципе, я довольна. У меня получилась такая вот неплохая корзиночка. Императоры, боровички, пурпурно-розовые, дубовички и цезарь. Нормально, в принципе, неплохо. Все, будем прощаться. До скорых встреч. Буду держать вас в курсе всех грибных новостей. Всем пока.